Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика, и сегодня я открываю новую рубрику «Подробные мастер-классы», но в мини-версии, как бы в маленьком исполнении, чтобы ускорить этот процесс, но при этом подробно вам показать расчеты, все и как бы весь процесс от А до Я, поэтому я считаю, этот мастер-класс не будет ничем уступать большому как бы изделию, все будет полностью идентично, вплоть до расчетов. Единственное, основываться буду я на свой размер, уменьшенный в 5 раз, то есть масштаб будет 5 к 1 получается, да, или 1 к 5. Ну, в общем, окружность бедер у меня 100 сантиметров, 100 сантиметров разделить на 5, это 20 сантиметров, 5 раз уменьшенная версия. И длина изделия 140, я там мерила на себя, видите, я написала, нет, 28 сантиметров. Если 140, то это 28 сантиметров. Давайте будем точными. То есть, понятно, да, я тут для понимания. 100 оригинал и 140 длина. Пока мне ничего не надо. По сути, даже и рукав не нужен, потому что мы его будем мерить уже по готовому изделию. Вот, на данном этапе нам нужно две мерки, вы сюда подставляете свою мерку и считаете все, как считаю я. Значит, рассчитываем ширину, вот единственное, что прибавка к ширине у нас получается плюс 50 сантиметров. Посмотрите первое видео, там более подробно все. В моем случае это 10 сантиметров, я уже наоборот начала писать, ну в общем 10 сантиметров это... Я прибавляю окружности. То есть, если окружность у меня 2 сантиметра, я добавляю 10, ой, 20 сантиметров, я добавляю 10, и все полотно у меня должно быть 30 сантиметров. Вы считаете, у вас это плюс 50 сантиметров. Если хотите уже, добавляйте меньше. Опять же говорю, посмотрите то первое видео по поводу прибавок. Вот, у меня это 30 сантиметров. Что я делаю? Вам не обязательно, я не буду давать рекомендации по пряже. Вы выбираете пряжу на свое усмотрение, спицы рекомендованные к этой пряже. Спросите у продавца, либо будет на этикетке. В общем, своей пряжей, своими спицами вы вяжете вот такой вот образец. У меня образец в 20 петель, и это 10,5 сантиметров. Значит, 20 петель, 10,5 сантиметров. X петель, это у нас 30 сантиметров. Теперь считаем. Так, для того, чтобы посчитать, мы 20 умножаем на 30. 20 умножить на 30 равно 600. И делим на 10,5. И разделить на 10,5 равно 57 петель мне нужно набрать. Вот все, вот оно 57 точкой, там 1,4, но 1,4 это нам не вариант. То есть давайте подробнее. 20 умножить на 30 и разделить на 10,5 равно 57 петель. Итак, у меня это 57 петель. Вы все в точности, как я, делаете и набираете свое число петель. У меня пряжа 270 метров в 100 граммах, спицы 3,5 миллиметра. Это мой образец. Вы же все вяжете своими петлями. Значит, набираю 57 петель. Итак, 57 петель. Что я делаю дальше? Помним, да, с первого видео, которое нужно все-таки просмотреть. Значит, по краям у нас двойная кромочная, что очень удобно и позволяет нам потом уже край никак не обрабатывать. То есть, первую петлю я снимаю, вторую провязываю. Это у нас эти две кромочные. Можете их отделить, чтобы запутаться, потому что потом у нас идут лицевые петли в начале ряда, эти две кромочные, значит, первая снимается, вторая провязывается. Сейчас в конце ряда это будет по-другому.
конце ряда вот две петли, когда остается, первую мы снимаем нить перед петлей, это в конце ряда, и последнюю провязываем изнаночной. Далее первую снимаем, вторую провязываем лицевой, и далее вяжем по узору. И так все время. В конце ряда мы первую снимаем, предпоследнюю, скажем так, снимаем нить перед петлей, последнюю провязываем изнаночной. В начале ряда первую снимаем, вторую провязываем лицевую. И так все время. Таким образом у нас получается двойная лицевая. Значит, теперь высоту мы вяжем в оригинале, ну вот, сантиметров 10, я так думаю. Ну, а здесь у меня получается 2 сантиметра, да? 5 раз меньше. То есть вот здесь у меня будет 2 сантиметра. Можно больше. Здесь уже на ваше усмотрение, по вашим предпочтениям вы можете делать этот нижний край. Итак, я провязала 2 сантиметра. Сейчас проверяем. Да, 2 сантиметра. Теперь мне нужно отделить вот это у нас будет, вот это у нас платочная гладь, и дальше она идет по планке, а по центру будет чулочная. Я решила, что у меня планка будет из 5 петель, в общем, это будет 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5, это 2 сантиметра, то есть 10 сантиметров в оригинальном как бы состоянии, если это, ну, большое, на 5 умножаем, то есть у меня 2 сантиметра, это в оригинале 5 сантиметров, эти две петли кромочные я не считаю, это в оригинале 10 сантиметров, 10, Вика, можете сделать меньше, потому что здесь у меня как бы 1, 2, 3, нет, вы знаете, 4 я сделаю, потому что 10 сантиметров все-таки много. Там она меньше в оригинале, где-то сантиметров 7-8. Поэтому сделаем так. Значит, вот они, 4 петли, я цепляю маркер. И здесь у меня будет чулочная гладь. Так, и вот чулочная, вот сейчас от начала я вот это все полотно буду вязать где-то 20 сантиметров. Если это в пересчете на оригинал, то это метр. То есть, в оригинале это метр, и 40 сантиметров оставляем на... Ну вот из вашего расчета как бы на... длину, если так, из вашего расчета на длину оставьте на пройму там где-то минимум 30 сантиметров, минимум, а то и больше. То есть если у вас там длина 120 сантиметров минус 30, то вяжем вот так вот 90 сантиметров, да, я думаю, понятно. То есть это пока предварительно все. Вот. Итак, вот эти 4 петли я продолжаю вязать платочной вязкой, кромочную двойную продолжаю вязать. Вот смотрите, как она заворачивается, сейчас будет виднее, она очень красиво украшает вот этот вот край. И здесь между маркерами чулочной гладью. И еще нам нужно начать делать петли. Вот первую петлю вы определяете на свое усмотрение. Тут тоже мы не можем сейчас как бы рассчитать петли, поэтому будем таким вот образом рассчитывать, то есть на глаз, да, и вот на правой полочке мы начнем делать петли для пуговицы. Так, и 4 петли платочной глади. И двойная кромочная. Теперь вот на этой платочной глади делаем дырочку. Я буду делать из одной петли, вы же делаете из двух, из трех, в зависимости от вашей, как бы, от вашей пуговицы. Ну, и от вашей пряжи, плотности вязания, от всего зависит. Я делаю одну. Вы можете ее сделать выше, тоже определяйте на свое усмотрение, где вы хотите первую пуговицу
Вот. Ну и сейчас я вяжу вот эти вот 20 сантиметров до того момента, пока мне не нужно будет разделять на рукава, как бы вход в рукав. Вот. Вот мое все полотно. И я его продолжаю вязать. Так, вот он наш кусочек кардигана. Сейчас я измерю. Нет, еще у меня 20 сантиметров, но это... Так, а тут у меня должно быть 30. Я проверяю, потому что... Что я делаю сейчас? Я складываю вот эту деталь пополам и смотрю, как бы, как мне нравится, чтобы был рукав. Вот я в оригинале смотрю, я вижу его ровный, и вот так вот немного окат, да? Вот, поэтому я его сделаю ровный. Вот я визуально, ну, если это большая деталь, вот так вот прикладываю руку и визуально смотрю, сколько же у меня здесь петель, вернее, ширину, какую я хочу. И определяю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двадцать три петли. У меня получается для рукава. Ну и длина, соответственно, меряем рукав. Так как рукав у нас с отворотом, с вот таким вот, значит, внизу мы набираем петли. У меня это 23 петли, да, как я сказала, я измерила. И вяжу отворот, вот столько здесь, столько и на рукаве я буду вязать. И далее после отворота длину рукава. Если, допустим, кстати, поговорим о длине. Если, допустим, у меня руки длинные, где-то длина рукава 53 сантиметра, то весь рукав у меня должен быть как бы эти 53 сантиметра. У нас здесь будет отворот. Это я просто объясняю, как вам определить, потому что рукав у нас спущенный, да, но с отворотом. То есть этим спуском и окатом мы будем компенсировать этот отворот. То есть вот весь рукав до оката у вас должен быть, ваша длина рукава, то есть в моем случае это 53 сантиметра. Потом мы свяжем окат, и потом у нас спустится плечо, и на вот эту вот как бы мерку у нас будет отворот рукава. Вот. Потому что по-другому я не знаю, как посчитать. Итак, я сейчас вяжу два рукава, набираю по 23 петли и вяжу 11 сантиметров, да, если вот по этим расчетам 53 сантиметра. В общем, сейчас вяжу два рукава, а потом мы с вами продолжим далее. Итак, девчонки, связала один рукав, сейчас покажу вам второй. Значит, ровно провязала рукавчик, и теперь покажу, как делать окат. Значит, окат я буду делать по 3 петли оставлять. Обычно я так и делаю всегда, как бы независимо от пряжи и плотности вязания, я по 3 петли делаю окатик всегда незаконченными рядами, потому что я так вот 3 петли оставила, повернула, делаю воздушную перекрученную петлю, вот она, и вяжу изнаночный ряд, который тоже буду делать незаконченным. Вот почему незаконченным не договорила, потому что я так предполагаю, вязать вы будете не из тонкой пряжи, это пальто из толстой, поэтому чтобы не было грубых таких вот переходов закрытия петель. Так, здесь не довязываем 3 петли и поворачиваемся, снова делаем воздушную петлю и вяжем снова незаконченный лицевой ряд. Вот так вот мы вяжем до верхушки как бы этого оката. В конце должно остаться, ну, там сантиметров 10 петель, вот, не больше, меньше может быть, но не больше. Здесь вот снова мы не довязываем 4 петли вместе с вот эту вот воздушную петлю, не считаем, поэтому 3 рабочие петли, вот они, 3 таким вот образом поднимаемся к верхушке этого оката. Вот,
Он нам даст лучше посадку, этот акад, однозначно. Поэтому рекомендую во всех изделиях не делать как бы ровное закрытие петель. Вот 3 рабочие петли и дополнительная воздушная. Поворачиваемся. Вот. Вот. Поэтому я бы сказала, что он везде нужен. Так, 3 петли, поворачиваемся. Так, здесь у нас 1, 2, 3, и теперь у нас здесь будет 1, 2, 3, и все, последний раз. Теперь, ну, то есть вот вершина у меня осталась, в вашем же случае это около 10 сантиметров, не более. Так, в лицевом ряду как мы соединяем? Я беру вот эту рабочую петлю и воздушную петлю, переменяю местами, чтобы рабочая петля была поверх воздушной. Тогда у нас не будет ровная, видите, лицевая петля без перекручиваний. Здесь то же самое. То есть я провязываю их вместе, но рабочая петля поверх дополнительной. Вот. То есть я соединяю это все дело. И провязываем. Так, в изнаночном ряду я соединяю вторую половину рукава. Здесь тоже, только вот эта изнаночная петля у нас идет сзади дополнительной в изнаночном ряду. Мы их меняем местами, и получается красивая лицевая. Еще раз показываю. Изнаночную мы сзади дополнительной. Если в лицевом это было спереди, то в изнаночном это сзади. И получается все красиво. Вот подробно я это все рассказала, потому что этот метод мы будем использовать и для скоса плеча. Теперь я все петли закрываю. И для рукава. Поэтому вот показала. Далее я так подробно на этом останавливаться не буду. Вот, рукава у нас готовы. Так, смотрим. Вот, видите, вот он наш акад, который нам даст хорошую посадку. И вот он наш рукав с акадом готовый. Отворот. Вот, в готовом виде он будет выглядеть вот таким вот образом. И здесь вот у вас должна быть приемлемая для вас длина. Вот. Плюс еще же с основной детали пойдет как бы скос. Спущенное плечо еще прибавится к этому. Так, значит, рукава я пока откладываю. Есть у меня вот основная деталь, довязала я ее до нужной длины 20 сантиметров. Вот теперь что я делаю. О, 20 сантиметров. Теперь мне нужно разделить это все вязание, отделить пройму и разделить как бы его. Так, делим теперь на полочки и на переднюю деталь. Что я рекомендую? Вы, у вас уже вот это все будет связано так, как и у меня, только в большом виде у вас будет. Складываем вот таким вот образом планку. Вот. Все, как оно должно выглядеть в натуральном виде. И отмечаем вот здесь вот половину. Планочку хорошо. 1, 2, 3, 4, 5. Есть 10 петель плюс планка. 16. И здесь вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот видите, оно так и сложено. Здесь все ровненько. Все так и сложено. Вот, теперь рекомендую на этом этапе, вот отделила я спинку, 2 полочки.
Теперь я перехожу к спинке, и сейчас я свяжу спинку, потому что нам некоторые там мерки будут нужны уже со спинки с готовой. Поэтому я вот таким вот в один ряд я просто перейду сюда на спинку и буду вязать сейчас на данном этапе спиночку. А, еще не сказала, девчонки, вот эту длину, вот сейчас мы, сейчас вот, самое главное не сказала, сейчас длина изделия 28 сантиметров минус 5 сантиметров, ну, 5 сантиметров это в вашем случае, я итог не буду считать, потому что это как бы не для этого варианта, да, вот. И минус, то есть длину изделия вы отнимаете минус 5 сантиметров, это будет скос плеча, и минус вот эту вот мерку, видите, а я этого не сказала, вот уже ж, это переконтролировать, мы контролируем длину, и минус 1/2 вот этого оката, у меня 7 сантиметров, то есть половину, если сложенный рукав вдвое, вот половину мы отнимаем. Минус рукав, не знаю, как написать, рукав, 1/2 рукава, да, понятно, и у вас получается эта сумма, я, допустим, 28 минус, если в 5 раз меньше, минус 1 сантиметр, минус 7 сантиметров, вот они мои 7 сантиметров, у меня получается 20, вот у меня как раз и получилось то, что мне нужно. Вот, поэтому и вы, это контроль, знаете чего? Это контроль длины и контроль расположения, как бы, отверстий для рукава. И вот сейчас я вяжу ровно вот эти вот 7 сантиметров, а потом начинаю делать скос плеча. Вот сейчас я вяжу спиночку, просто 7 сантиметров, ровненько на высоту вот этого рукава. То я насчитала для себя, и теперь мне нужно делать, так, будем рисовать, значит, вот она, наша спинка. Теперь я буду делать вот такой вот тоже, как бы, скос плеча. Да? Здесь у нас спинка пойдет ровно, здесь скос плеча. Никаких выемок на горловину я делать не буду. Поверьте мне, оно уляжется, ничего, ничему это мешать не будет. Вот, при толстой пряже оно все сядет куда надо. И не переживайте, и не волнуйтесь, потому что углубление 2-сантиметровое на толстой пряже вообще никакой погоды не делает. Вот. И вот таким вот образом, точно так же, как на рукаве, незаконченными рядами по 3 петли, я делаю этот скос плеча. Вот вы вяжете на высоту 5 сантиметров, я вяжу на высоту 1 сантиметр. Вот, 1 сантиметр, это 2 раза я сделаю это все дело. И все. Вот, 3 петли. И в конце все петли закрываем. Так, есть. Спинка у нас есть. Теперь что мы делаем по спинке? Нам нужно определить. Вот она, видите? Вот она спинка. Вот в таком вот виде. Значит, теперь мы визуально определяем центральные 15-20 сантиметров на горловину. Не больше. Вот, определяем. Вот она, как бы, горловинка наша. Здесь вы с
сконтролируйте количество петель, чтобы было одинаково. Вот, в моем случае это так, пусть и будет. Теперь я буду вязать полочки отдельно. Для начала это будет 7 сантиметров, ну, то есть высота точно так же, как и здесь на спинке. Ну и потом окат. Ну, в общем, пока я вяжу высоту полочки, то есть то же, что и здесь. Вот. Так, вот провязала я 7 сантиметров. Теперь я делаю вот точно сколько здесь, вот у меня 2 как бы раза скос, точно так же делаю я и здесь. И вы то же самое, то есть вы считаете, сколько у вас скосов, столько вы их и делаете. Вот при этом здесь мы все вяжем, планку продолжаем вязать, все мы вяжем. Так, вот я сделала скос вот этот. Теперь внимание, девчонки, вот как вы разделили здесь эти петли, вы считаете здесь, сколько нужно закрыть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видите, я так, так, в общем, 8, у меня тут получилось 8,5, вот здесь сюда надо переместить маркер. Значит, вот 8 петель, сколько у вас ушло на плечо, вот вы разделили здесь, сколько и закрываете на плечо. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 и 8. Итак, 8 петель я закрыла для плеча. Теперь здесь вяжу до конца как бы ряда. Так, второй ряд. Теперь же нам нужно добрать петли для капюшона. Что мы для этого делаем? Мы обращаемся сюда. Так, сейчас я просчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть мы смотрим, сколько у нас петель между этими маркерами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нечетное. В общем, нам нужно, значит, у меня здесь 9 петель, я округляю одной петлей до 10, и 5 петель мне нужно здесь добрать до этого, до горловины. То есть количество петель между маркерами, которые мы обозначили как горловину, мы делим пополам. То есть у меня 9, но я одну петлю, я же говорю, я добавляю в плюс 10. Значит, здесь мне нужно набрать 5 петель для капюшона. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь мы вяжем. Вот он наш капюшон. То есть сейчас покажу. Значит, мы вот здесь вот, да, сделали плечо. Здесь мы продолжаем вязать нашу планку. Вот мы закрыли петли. И здесь мы добавили, вот у нас маркерами, ровно половину вот этих вот петель. И вяжем ровно. Я думаю, понятно. Ой, господи. Откуда взялись эти петли и как это добавлять и как считать. На самом деле ничего сложного. Мы вяжем ровно сколько. Сейчас я вам все расскажу. Вот он, мой капюшон будет. Так. Теперь, сколько же мы вяжем? Высота капюшона от плеча у нас будет 40 сантиметров, но как бы в натуральную величину. 40 сантиметров разделить на 5, это моя величина, будет 8 сантиметров. Здесь для глубины мы еще будем добавлять вот таким вот образом, для до глубины капюшона. Сейчас я все расскажу. Значит, высота самого капюшона у меня 8 сантиметров.
Вот этот вот скос у нас будет 10 сантиметров. То есть мы сейчас вяжем 10 сантиметров. Это в натуральном, в натуральной величине, в моем случае 2 сантиметра. В вашем случае 10. Об этом в вашем случае это 40 сантиметров высота капюшона. В моем случае 8, то есть 5 раз меньше. Что мы делаем здесь? Для глубины мы еще добавим, что не обязательно. Вот, я добавлю, а вы как смотрите, если хотите добавить глубину, то добавьте здесь петли. Если не хотите и вам достаточно того, что есть, то не добавляйте. Я здесь буду добавлять по одной петле в каждом шестом. Нет, наверное, я добавлю в каждом четвертом, девчонки, смотрите сами. Вот здесь я добавлю в каждом четвертом после кромочной по одной вот так вот воздушной петли, либо из протяжки. Хотя может и нет. Вот, девчонки, здесь вот на ширину капюшона смотрите визуально. Хотите, но это все-таки пальто, да, согласитесь со мной, что это пальто, и капюшон должен быть такой объемный, ну, как чтобы разложился на шальку, на вот эту. Ну, в общем, я бы добавила в любом случае. А вы смотрите. Вот, в общем, вяжем здесь капюшон, и при желании либо мы вяжем ровно, либо при желании мы здесь добавляем воздушные петли для глубины капюшона. Здесь на высоту 30 сантиметров. Вот это вот 30, у меня это 7. 30. У меня это 6. Вот, вот тут, вот уже 6. Минус 2 сантиметра, да, минус вот этот вот. Итак, вот смотрите, я добавила 3 раза, 6 сантиметров у меня здесь провязано, и теперь я делаю вот этот вот скос на макушку. Каким образом? В начале каждого ряда, в начале ряда, это получится через ряд, то есть в начале ряда с этой стороны, со стороны макушки, я провязываю 2 петли вместе, и все. И вот точно так же вы. И вяжите 10 сантиметров в высоту, провязывая по 2 петли вместе в начале ряда со стороны как бы макушки. Здесь понятное дело, что продолжаем вязать планку, все продолжаем в том же духе. Планка, видите, уже у нас все оформлено здесь, очень красиво получается с этим. Планка, это двойная кромочная, вот видите, я заговариваюсь. И опять в начале ряда 2 петли вместе лицевой. И таким вот образом 10 сантиметров я вяжу 2, то есть еще 4 ряда. Так, все, мои хорошие, смотрите, скос у меня есть. Вот он. Капюшон у меня есть. И теперь я все петли закрываю. Можете оставить на спице, как бы потом закрыть крючком вот эту вот макушку. Без раз. Я просто закрываю для того, чтобы смогла потом вам в разложенном виде все показать. Вот, вы же можете оставить на спицах и закрыть потом, то есть крючком закрыть, одновременно сшить капюшон сверху. Так, вот он мой капюшон, смотрите, вот так вот он выглядит. И вот так вот выглядит полочка. Вот скручена, ничего, я попозже я все разутюжу, намочу. Вот добранные петли, которые половине равняются вот этой вот части горловины. Теперь я вяжу вторую полочку, вот точно так же, как эту, но дублируем просто. Вот смотрите, прикладываем, вяжем высоту, потом с этой стороны делаем незаконченные ряды. Здесь у меня дырки, девчонки, дырку я вот еще одну сделаю здесь, вот, и все, там будет шалевый воротник, застегиваться это пальто не будет доверху, хотя это ваш выбор, вы можете сделать прям доверху застежки, я же сделаю здесь, чтобы разложить этот капюшон на шальку. То есть я вяжу сейчас 7 сантиметров, потом делаю незаконченные ряды, потом набираю петли с этой стороны для капюшона. Все точно так же, как здесь. Точно так же добавляю, точно так же убавляю. Ну, только в зеркальном отображении. Вот, все мы видим. Все это мы делаем с этой стороны, со стороны проймы. А здесь мы вяжем планку, продолжаем вязать.
Все, девчонки, мы на финишной прямой. Вот смотрите, вот такая вот деталь должна у вас получиться. Вот она спинка, две полочки и деталь капюшона. Теперь я это все дело сошью. И вы сошьете вместе со мной. Пришью пуговицы. Зеленых у меня нет, поэтому я пришью на эту мини-версию черные пуговицы. Так, первым делом, что мы сшиваем? Мы сшиваем капюшон. Вот смотрите, мы складываем все это дело пополам. Здесь это то, что я говорила. Я буду сшивать такими тонкой иглой и тонкими нитками, чтобы не утолщать, потому что модель мини, поэтому у меня так. Значит, по капюшону мы сшиваем вот сюда. Вот сшила, там, стой, сшила я капюшон. Теперь мне нужно сшить плечевые швы. Я уже и пуговицы пришила. А, так, значит, что мы делаем? Мы складываем. Вот берем заднюю деталь, переднюю, и складываем плечевые швы. Вот отверстие для рукава, плечевой шов и сшиваем. Так, вот, дошли мы до капюшона. Вот, теперь мы складываем. Ну, лучше, конечно, сейчас взять вот этот вот плечо второе пришить, а потом уже вшить капюшон. Но я буду вот так вот. Вот. То есть понятно, да, мы идем по плечу, потом капюшон, потом вот совмещаем второе плечо и пришиваем. Так, ну и теперь вшиваем только рукава. Вот. Вот видите, вот каким образом это все у нас дело пришито. То есть плечики у нас сшиты. И по спиночке пришит капюшон. Вот. Таким вот образом. Так, теперь осталось только рукава. Рукава я сшила. Теперь пришить в пройму. Так, вот такое вот у нас пальтишечко, девчонки, получилось. Вот, напишите, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, как вам такой формат видео, нравится ли вам и как воспринимается информация. Вот. Еще попрошу поставить лайк и подписаться на Инстаграм. Мне нужно очень добить до 10 тысяч Инстаграм, чтобы я могла оставлять вам ссылочки полезные на YouTube-канал. Не реклама, так что не подумайте. Ну, в общем, подписывайтесь, девчонки, на Инстаграм. Пишите мне в комментариях, как вам такой формат. Нравится, не нравится, делать, не делать. Я думаю, что вполне себе заслуженный, как бы, внимание, формат видео. Мне проще, быстрее, вернее, попроще не знаю, потому что объем, как бы, подсчетов и расчетов такой же. Ну, единственное, что вязать меньше, но быстрее. Да, это да, и поэтому я могу больше всего сделать. Вот так вот он сзади у нас капюшончик выглядит. Вот такой вот пальтишко. Все, девчонки, подписываемся, ставим лайк, оставляем комментарий, чтобы я знала, что мне делать дальше. Всем пока-пока. С вами была Вика из школы рукоделия. Пока.